В цьому залі буде пітчинг-сесія лабораторії, яка називається «Lab Doctoloca». Походження цього слова. Але наскільки я розумію, я була на пітчинг-сесіях. Це коли вони розказують про свій проєкт і кажуть, чому їм на цей проєкт потрібні гроші, і на що саме їм потрібні гроші, і чому саме цей проєкт має виграти. Намічається навчальний пітчинг проєктів до лабораторії документального кіно. Це якось пов'язано з вашою діяльністю? Це прямо пов'язано з моєю діяльністю, так як я початківець в документальному кіно. Тому це для мене навчальний клас. Мы сегодня делаем презентацию проектов документальных фильмов, которые были участниками лаборатории документального кино «Докуталока». Поэтому сегодня в рамках фестиваля «Доку Дейс» нам позволили в рамках программы «Доку Класс» с образовательной целью показать, как выглядит питчинг проектов документального кино. У нас 10 проектов, все они замечательные, надеюсь, все пройдет успешно. Члены, как бы не жюри, а эксперты, которые оценивают проекты, дают свои комментарии. Это члены жюри фестиваля и украинские эксперты, кинокритики, дистрибьюторы, режиссеры. Это мероприятие абсолютно имеет образовательную цель. То есть мы не говорим тут о финансовой реальной поддержке. Мы тренируемся представлять свою идею, вербализировать ее, показывать трейлер, рассказывать о своих персонажах, отвечать на вопросы аудитории, о финансировании в будущем. Частью профессии режиссера и продюсера есть умение, навык презентовать свою идею кратко, в разных форматах, с использованием видео, без видео. И такие лаборатории, в том числе «Докуталока», направлены на то, чтобы обучать людей более конкретно, более систематизированно подходить к своему проекту и уметь делать его презентацию. Ви щаслива людина? Я людина. Часом щаслива. В основному, так. Сьогодні у нас дуже цікава подія, яка вирізняється від формату лекції «Мастер-клас». У нас навчальна пітчинг-сесія від лабораторії документального кіно «Lab Doctoloca». Я не буду говорити багато, тому що команда «Автокутомогу» презентувала для вас презентацію свого проєкту, і вони розкажуть про себе питання. Здравствуйте, меня зовут Андрей Литвиненко, я один из организаторов этой лаборатории для молодых режиссеров. Я коротко расскажу, что мы сделали. Мы объявили конкурс документальных фильмов. Он длился месяц. По результатам мы отобрали 8 проектов, которые попали в нашу лабораторию, плюс еще 2, которые войдут на наш диск. И эти 8 проектов, 8 режиссеров прошли мастер-класс Димы Тяжеловой, а также послушали лекции прекрасных наших лекторов, которых можно будет почитать в нашем буклете более подробно. И задача этой лаборатории была научиться представлять свой проект. Представлять его для международной аудитории, для поиска ко-продюсеров. И вы сегодня увидите, что у нас получилось. Да, добрый день, меня зовут Денис Страшный, я тоже один из соорганизаторов этого проекта. Вот, и Андрей рассказал о том, как это происходило, но еще есть очень важный момент из целей нашей лаборатории, потому что, насколько мы понимаем, мы сами постоянно находимся в процессе производства. И, насколько мы понимаем, очень много людей, молодых людей, они нуждаются в поддержке, во-первых, во-вторых, они нуждаются в каком-то опытном и качественном наставлении. Я высылал задания режиссерам, я высылал свои комментарии по трейлерам, они перемонтировали трейлеры, они переписывали синопсисы, работали над, составляли план тритмента, расписывали эпизодные планы.
И потом, поэтому в течение трех дней уже была, скажем так, они уже были сфокусированы, уже была какая-то первичная работа над проектом создана и сделана. И поэтому три дня мы четко занимались, скажем так, разработками проекта, монтажом трейлеров, синопсисов. Ну и заодно нам еще удалось, вот Элла прочитала лекцию о продюсировании, о копродюсировании. Оксана прочитала лекцию о дистрибьюции, о том, что на самом деле дистрибьюция документальных фильмов в Украине возможна. И поэтому, как говорится, я думаю, что, ну, насколько я вижу по участникам, то все-таки прогресс есть из того, что было в начале, и то, что есть сейчас, но а результат уже судить вам. Да, вот Элла Штыка представит наших экспертов. Я хотела бы добавить, что сегодняшнее мероприятие, и оно проходит не зря в рамках DocuClass, на фестивале DocuDays, преследует образовательную цель прежде всего, чтобы вы посмотрели и прочувствовали, что значит представлять свой проект не в кругу друзей, а в панели экспертов, которые оценивают его кинематографические качества с точки зрения киноиндустрии, насколько он вписывается в текст. И хочу, чтобы наше большое спасибо, что все нашли время сегодня, эксперты почтили вниманием наше мероприятие. Попрошу представиться коротко. Оксана Яковская, дистрибьюция документальных проектов, телевизионных проектов. Компания «Кафедер», мы, в принципе, ориентируемся на своей работе на отечественное производство. Игорь Орлович, я кинокритик, возглавница работы за «Машкино», но мы демонстрируем фильмы, анализуем, наблюдаем. Еще диалог связан с публикациями, Здравствуйте. My name is Matvichka Vojinova. I'm a documentary film producer. I produced a lot of documentary films, mostly for the international market, working with the most renowned TV stations in Europe. But also my films have been shown around the world through more than 500 festivals. Also, I have to say that I've pitched many, many times, so I know what I'm doing. And I know that it's not easy, but you must know if you want to make documentary films for the market and you want to sell it, you have to pitch it. So I wish you good luck. Here I represent also the Balkan Documentary Center. It's an organization based in Sofia, Bulgaria, dedicated for helping documentary film industry in the Balkan region and the relation between local producers and filmmakers with the rest of the world. Hi everybody. My name is Melissa Ringer. Program director and curator of Tempo Documentary Festival, which I've been working with for 7 years now. We also have a pitch prize at our festival for Swedish projects, and I also worked with consulting documentaries in Rough Cut Stadium for editing and concepts. So I guess that's from me. And I'll try to help you as much as I can with looking at the structure of the pitch and the accessibility for the European audience. Зараз ми подивимось коротенький трейлер, як це все відбувалося, так, ну, те, що ми зробили, а потім переходимо вже до презентації. У нас кожна презентація від 5 до 7 хвилин, і після всього пітчинга аудиторія зможе задати питання учасникам, авторам проєкту. Окей? І ми починаємо з проєкту.